Мы рады приветствовать вас в Щелковском управлении ЗАГС, Главного управления ЗАГС Московской области, на торжественном мероприятии, посвященном вручению паспортов Российской Федерации. Праздничная обстановка, почетные гости и близкие люди. Щелковским школьникам торжественно вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Церемония состоялась в Щелковском управлении ЗАГС Московской области. По ту сторону стола начальник управления Галина Авдеева. У этих 14-летних мальчишек и девчонок сегодня знаменательное событие. Им вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Это накладывает на них не только обязанности, но и права. Главный документ 11 школьникам вручила начальник миграционного пункта отдела по вопросам миграции Анна Акиньшина. Поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева ребятам передал заместитель главы администрации района Юрий Родионов. Я хочу вам, безусловно, пожелать, чтобы вы, став теперь уже полноправными гражданами Российской Федерации, имея в руках основной документ, паспорт гражданина Российской Федерации, с честью и достоинством по всей своей жизни несли это гордое имя. Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. После революции паспорта были отменены и снова вошли в обиход только в 1932. Жителям сельской местности документ стали выдавать с 1960 года. Годом рождения паспорта Российской Федерации является 1997. Паспорт гражданина Российской Федерации, прежде всего, это принадлежность к великой стране. К стране, которую создавали наши предки. К стране, которую прославляют и прославляли ваши отцы и деды. К стране, которую более великой сделаете вы своим трудом. На память о вручении первого паспорта председатель районного комитета по образованию Гавриил Поляковский подарил молодым людям Конституцию. Вы стали взрослее. И родителям зачастую это очень тяжело понимать, потому что им еще будет долго казаться, что вы для них маленькие. А у вас уже паспорт есть. Ребята от обилия поздравлений переполняли эмоции. Ощущения у меня шикарные. Я стал гражданином Российской Федерации. Паспорт буду, конечно, буду беречь его, не терять его, стараться не терять его. Я стал гражданином Российской Федерации и очень рада. Я смогу открыть банковский счет, обрадую подруг и смогу устроиться на работу. Праздничное убранство Щелковского ЗАГСа как нельзя лучше подходит для таких церемоний. Герб, флаг, звучание гимна – все это создало ту именно нужную атмосферу, которая сопутствует торжеству этого события. Возможно, торжественное вручение документа личности станет в Щелкове еще одной доброй традицией. Предпосылки, по крайней мере, для этого есть. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».